Каждое открытие выставки сопровождается столь ярким и эмоциональным выступлением. Цыганский ансамбль «Бричка» словно наполняет полотна жизнью. Портреты цыган – особая тема в работах Сергея Родионова. И это любовь взаимная. Как-то пришли Земфиры к нему в гости в очередной раз посмотреть его картины. Потому что картины смотреть его в мастерской – одно наслаждение. Вот. И он нас стал писать. Есть портреты солистки нашей Ани. Есть наши портреты. И он как-то и писал, не останавливаясь. Эту картину мы видим уже не в первый раз, и очень приятно вновь ее увидеть. И каждый раз, о, наша картинка, здорово. Именно сочетание живописи и музыки дает зрителям более глубокое восприятие работ. В изобразительном искусстве, как и в музыке, есть и тональность, и красочность, и романтичность. Цыгане – это не такое уж частое явление в нашей жизни, да, и в искусстве тоже. Но это важная составляющая, скажем, традиционной русской культуры. Сергей Родионов специально не ставит дату на своих работах. Каждое полотно со временем дорабатывается, меняется, поэтому приходить на выставки художника интересно и в первый раз, и в последующие. Я их увидел в другом окружении, в другом зале, и поэтому у меня появляется желание, а что-нибудь тут сделать, а тут поправить. Они все как дети, которые надо еще лучше накормить, одеть, украсить. К юбилейной выставке из большого творческого материала Сергей Иванович отобрал те работы, которые более полно раскрывают его как художника и мыслителя. Каждое полотно – это фантазия, чем-то схожая с поэтическими музыкальными снами. Юлия Серебрякова, Георгий Захаров. Столица Нижней.